И к другим темам. В туристической зоне Алматинской области сохраняется угроза схода лавин и камней. Закрыли дороги, ведущие в Тургеньское ущелье и озеро Исык. Здесь на зимний период запретили экскурсионные, корпоративные и групповые выезды людей на природу. Проезд разрешен лишь спецтехнике и сотрудникам спасательных служб. Ограничение будет действовать до конца марта. В зависимости от погодных условий данные ограничения могут быть продлены. В этой связи мы просим населения с пониманием отнестись к временным ограничениям, ведь это делается только для безопасности туристов.